Всем привет! На носу уже новогодние праздники, поэтому давайте в этом видео вместе с вами сделаем свой телефон в новогоднем стиле. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на мой канал. Первым делом мы открываем App Store и находим приложение Widgets Math. Устанавливаем его. Ну а пока приложение устанавливается, заходим в Pinterest и находим новогодние фото, которые нам понравятся больше всего. Теперь на телефоне находим команды. Жмем на плюсик. Выбираем «Открыть приложение», жмем на «Приложение» и с помощью поиска находим приложение, которое мы будем изменять. Нажимаем «Настройки», выбираем «Добавить на экран домой», пишем название вашего приложения, у меня это Instagram, выбираем «Фото». Я уже заранее подобрала. Выбираем. Жмем «Добавить». И готово. И по такому же способу я изменила все остальные приложения. Я решила сделать 4 красных приложения и 4 зеленых. Теперь удерживаем палец на экране, нажимаем плюсик, выбираем приложение, которое мы устанавливали ранее. И здесь нужно выбрать виджет. Я выбрала маленький, вот такой вот small. Теперь здесь нужно выбрать фото, так как тут много других виджетов. Нужно убедиться, чтобы было выбрано именно вот это фото. И теперь добавляем само фото. Я выбрала вот такую новогоднюю картинку. И теперь хочу ее добавить в рамочку. Нажимаем сюда. И здесь много рамочек есть. Есть вот такая Candy Cane, а есть вот такая Эльф. Мне больше это нравится, поэтому выбираю ее. И нажимаю сохранить. И смотрите, как красиво все получилось. И кстати, прямо сейчас проверь, подписался ли ты на мой канал. Теперь таким же способом я добавляю еще один виджет. И кстати, у меня на канале совсем недавно вышло видео, где я создавала эстетичный телефон. Поэтому переходи по ссылке в описании и черпай идеи. В создании этого виджета я решила выбрать вот такую картинку. Мне она очень нравится. И здесь я выбираю другую рамочку, вот такую Candy Cane. И все сохраняю. Мне уже сейчас нравится, как выглядит мой рабочий стол, но я хочу добавить еще один виджет. На этот раз я выбираю вот такой вот виджет Medium, добавляю его. И теперь я хочу сделать не фото, а часы. Поэтому выбираю вот такие вот часики. Здесь много всяких вариаций, но я выбрала такие.
Мне очень понравились вот эти. Добавляю их. Сохраняю. И вы только посмотрите, как красиво все получилось. Для того, чтобы все выглядело эстетично, я решила расположить виджеты вот в таком вот порядке. И еще я хочу, чтобы здесь расположились иконки зеленого цвета, а здесь красного. Теперь рабочий стол смотрится эстетично и очень красиво. Прямо сейчас напиши в комментариях, как тебе моя идея оформления рабочего стола. Ну а мы с вами совсем забыли про иконки, которые находятся внизу, поэтому быстренько по тому же принципу меняем их. И теперь вы просто посмотрите, как выглядит мой рабочий стол. Это же просто вау! Мы уже с вами почти на финише, но нам осталось изменить обои. Для экрана домой я решила выбрать вот такие обои, поэтому устанавливаю их. И, кстати, все фото, которые я использовала в видео, я оставлю внизу в описании. Там будет ссылочка для скачивания, поэтому спускайтесь вниз и скачивайте. Ну а на экран блокировки я решила выбрать вот такую нарядную новогоднюю елочку. Ну и все, теперь наш телефон точно готов к новогодним праздникам. Лично мне очень нравится результат. Ну а если вы будете повторять мою идею новогоднего оформления, то присылайте мне свои варианты в Instagram. Не забывайте про лайк, и уже совсем скоро Новый год, поэтому сделайте мне небольшой подарок и подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. Я вас всех очень люблю, и до новых встреч, всем пока-пока!